Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей и... Кристина. Скромняшка, Крис. Вот скромная. И сегодня у нас будет... Ой-ой-ой, как давно не было этих видео, это... Фикс прайс еда! Кристинка любит поесть, вы знаете, поэтому я пригласила. Ой, покраснела! А кто не любит поесть, Крис? Чего ты сразу стесняешься? Я тоже быстрее же распакола. С ума сойду, да, от голода. В общем, очень много вкусняшек, которых я еще не пробовала. Почему я редко снимаю такие видео? Именно потому, что в Фикспрайсе, ну вот, именно с вкусняшками редко обновляется что-то. И последний раз я зашла туда, и было много всего того, чего еще я не пробовала. И, конечно же, с удовольствием я попробую это с Кристинкой. Я уже быстрее хотела снять это видео, потому что здесь такие вкусняшки, которыми очень хочется попробовать. И, конечно, здесь больше сладкого, но есть и соленое. С чего начнем? Соленого или сладкого. А что это, сладкого или что-то? Так, давай начнем. Вот это я не хочу пробовать. Слушай, это мы не будем пробовать, это на самом деле... Я готовила бутерброды, поэтому... Миладора масло. Я его взяла только из-за того, чтобы попробовать, пахнет оно или нет. У меня нет масла, закончилось, я все его никак не могу купить. И ты помнишь, оно пахнет или нет? Это рафинированное, оно и без запаха. Все рафинированные, без запаха? А я не знала, представляешь, там было два вида, я думаю, какое взять, чтобы запаха не было. Сейчас я понюхаю. Да, правда, без запаха. Ну а как жарить на нем? Что, ты жарила на нем? Да, я жарила бутерброды. Все нормально, как обычное масло? Да. Короче, попробуем Миладора. Я думаю, ничего страшного. Все равно, пока я дойду до магазина, чтобы взять это масло, сколько времени пройдет? 1000. Давайте начнем с солененького. Вот такие чипсики я взяла. Мне они понравились тем, что здесь очень много сыров. То есть здесь твой любимый с плесенью сыр. Потом оранжевый сыр. Потом брю, мягкий сыр. В общем, вот видите, здесь очень много сыров. И они, конечно, вот когда я голодная была, они прям сразу такие, опачки, хочу, хочу, меня привлекли. Вот что делает реклама с людьми, да? Ты пробовала такие? Нет. Хочешь попробовать? Да. Скромняшка моя. Мне просто сыры нарисовали. И все, да. А это, слушай, мы что-то похожее брали. Это, как я понимаю, это даже не чипсы, это из чего-то. Это из чего-то сделано, не из картошки, по-моему. Ну-ка, бери. Картошки. Вкусно. Очень много специй. Да, вкусно. Картошка это? Да. Так, ну хорошо. В принципе, неплохо, да? Да. Давай, чтобы... Прям под пиво замечательно. Подожди, давай посмотрим, соленое еще есть или нет. Да, чтобы отдельно. Вообще, я взяла на самом деле. У Кристинки параллельно происходят серьезные дела, поэтому она очень серьезная. Но я надеюсь, что этими сладюшками всеми мы ее развеселим. И первое, что я хочу попробовать, это семечки. Я взяла все семечки, которые там были. Одни большие, отборные. И что там еще? Семечки с футболистом. И семечки... И семечки крымчанка. Что ты мне показываешь, Крис? А. Видите, вот, когда человеку настроение испортит. Все, все, давай. Эти ты пробовала, да? Да. Семечки соленые. Как они тебе? Да, я пробовала летом, поэтому сейчас, может быть, другой уже расфасон. Ну, открывай. Ну, куда шкорки? Сейчас я. Сразу паутинка тут какая-то. Да. Или клей, я не знаю, что это. Клей, наверное. Да, может, клей, я надеюсь, а не паутинка. Ты че? Да я нет. Шкорки куда? Так, давай, шкорки вот сюда, пакет держи. О, я уже сразу нашла четверную какую-то стенку, это вообще не айс. Нашла какую-то среднего размера, а ну-ка. Ой, они действительно соленые внутри, да? Ты же соленая дала. Да. Вот я на ощупь, вот это мне не нравится. Вот это мелкая, у меня ничего нету. Пустая. А у тебя все хорошо, Крис? Мне не нравится. Ну, на безрыбье и рак рыба, если не будет, можно. На. И ты можешь сложить и кому-нибудь отдать. Тебе. К тебе гости часто приходят, пусть семки полузгают. Ты лучше. Так, значит, соленые мы не одобрямки. Жареные и соленые тоже. Крымчанка. Мы брали недавно, были мелкие. По-моему, эти тоже мелкие. Ну так вот на вид. Да, да, все. Мелкие семки. И мне сейчас плохая первая же попалась. А вот семечки отборные, подсолнечные, не очищенные.
Дай семечек. Тоже мелкие. Может, на дне будут крупные? Дай семечек. Дай семечек. На венчик. Не, мелкие. Ну, по вкусу они вкуснее. Мне нравятся эти больше, чем соленые. Ну, оставишь, будешь есть? Нет. Еще пачку такую огромную взяла. Я тебе дарю. Больше не было другого. Продолжаем дальше по солененькому. Это вот такие вот московский картофель, тигровая креветка. Отборный картофель без ГМО. Дака. Та-да-дам. Моему пацану очень нравятся мои сережки. Открываем. Мне, честно говоря, вот эта креветка, она так красиво здесь нарисована, она меня покорила. Крис, хватит лузгать семечки, сейчас все будет все в шкурках. Убирай, прячь. Да, вот эти классные. Вау, вкусные. Семечка, почему здесь шкурка уже внутри? Подожди, я семечко беру. Блин. Эти вкусные, да. Иначе. Семечки унесли от греха подальше, а то сын их везде просто разыты. Слушай, какие классные вот эти чипсы, попробуй. Я уже попробовала, вкусные. Закрой просто и отдай ему. Вот. Капризный ребенок. Так, надо не наедаться, но это у нас соленое, все, дальше сладенько идет. Да? Угу. Я отнесу тогда? Да. Мы это в бок куда-то кладем, он сразу все это берет и переворачивает. Первое из сладкого, что бы я хотела попробовать, это вот такие вот печенье вафельные, рассыпчатые. Вообще, я люблю эти печенья, и я беру их в Пятерочке где-то. Они более, конечно, загорелые, чем здесь, но я когда увидела, что в фикс-прайсе есть такие, я подумала, что надо попробовать, потому что я их очень люблю, я могу реально там 10 штук съесть за чашкой чая. Ты такие пробовала? Я не особо... это в детстве как-то... Не, не пробовала. Типа как в детстве, но эти более хрустящие. Дожди. Выглядят они вот так. Вот, давай покажем. Ну подожди. Вот так они выглядят. Одно другому не мешает. Давай одну напополам. Вдруг они вкусные, я их спрячу тогда. На самом деле неплохо, я просто толку в них знаю. Те, которые я беру, загоревшие такие, они побольше, и они такие прям, ну, поджаренные, классно. У них более такой характерный какой-то аромат, на мой взгляд. Ну, в принципе, эти тоже хороши. Я на самом деле взяла много вкусняшек и подумала, что те, которые мне не понравятся, я их отдам, раздарю кому-нибудь, куда-нибудь отдам. А есть вкусняшки, которые я оставлю себе, и эти я оставлю себе. Дальше я увидела вот такие вот необыкновенные вкусняшки, 35 написано. Я сначала думаю, что за 35 со сливочной начинкой, а когда пригляделась, а мне очень понравилась картинка, сейчас покажу, как они выглядят. Ты пробовала такие? Нет, ну название, я поняла, почему так назвали. 35, баба ягодка опять. Еще 45. Ой, как хочется, подумай. Смотрите, как красиво. И вот такие штуки, короче, там, если вы знаете сладюшку, такое обыкновенное чудо, оно часто на кассах продается, там в Ашане, еще где-то. Я очень любила, я с детства, я помню, работала в регате, делали мы сертификаты, я постоянно каждый день по несколько штук этих ела, я до сих пор помню. И оно выглядит вот так, да, я хочу скорее развернуть. Все, это у нас предпоследняя сладюшка. Короче, выглядит вот так. Слушай, я, по-моему, брала что-то похожее. Мне кажется, да. Что, пополам тоже? Ну да. А ты хочешь целую? Давай. Там внутри сливочный крем, воздушная кукуруза. Очень вкусно. Да, действительно, очень вкусно, и я хочу половину зацеплю тебе. Давай последнюю пробовать, и я потом просто 35 еще съем одну целую. Вкусно. 35 одобрямс, да? Блин, какие вкусняшки!
Ну и последнее, я взяла попробовать вот такие твикс. Хотела сказать, кстати, некоторые девчонки, когда я что-то беру в фикс прайс, там, из косметики или еще что-то, потом мне пишут, ну, типа, например, я брала там шампунь от желтизны волос. И мне пишут, вот, у меня там повылазили волосы, там, и продавец тоже сказала, что повылазили волосы. Я говорю, что, подделка? Ну, наверное. А потом я подумала, что, может быть, все-таки у нас предвзятое отношение к фикс прайс, но неужели для фикс прайс будет кто-то специально делать какие-то подделки, чтобы продавать их за 50 рублей? Такой ассортимент. Я думаю, что фикс прайс начинает просто с кем-то сотрудничать, и я думаю, что в фикс прайсе продаются действительно настоящие фирменные вещи, просто они не продаются, ну вот, например, тот же Schwarzkopf или Dove, просто они не продают вещи, которые заведомо дорогие, они выбирают те, которые бюджетные. И я думаю, для фикс прайс, так как это огромная сеть, делают для них какие-то скидки, да? Ты уже смотришь? А к чему я все это? Потому что сейчас будет Twix, и как-то Кристинка мне подарила Twix. Набор привезла к чаю, мне очень понравилось, потому что эти конфетки долго лежали, я их угощала и сама ела. То есть они такие маленькие, к чаю взял, попробовал и все. Я решила попробовать взять Twix в фикс прайсе, попробовать здесь. Я думаю, особо ничем не отличается, но это вообще классный даже подарок. Вот кому-нибудь, знаете, там, где-нибудь там в этих, как их называют? Там к врачу пошел, там, или на почте, я, например. Я именно Twix выбрала, потому что мне они очень нравятся. Давайте откроем, попробуем. Давай. Ты уже говорила, давайте откроем. Давайте откроем. Вообще они прикольные, да? Я вообще заметила, что Twix, сникерсы. Вот маленькое что-то брать более классно, чем большое. Ну, один в один. Твикс есть твикс. Я не думаю, что это подделка. Плюс здесь, наверное, 1/3 или 1/4 от реальной коробки, которая продается, ну, в больших магазинах. Да это просто на развес твиксы расфасовали все. Угу. Можно еще одну? Кого? Кого-нибудь. На, вот это. Эту. Плюс. Чего? Да. Да ладно, ешь, бери, на. На. Не, все, еще что-то. Все, мои хорошие, мы сняли для вас. Все, мои хорошие, мы сняли для вас. Да пусть пищит, что. Все, мои хорошие, мы сняли для вас видео сладюшки. Надеюсь, вам наше видео было полезным и интересным. Вы действительно нашли что-то интересное, что хотели бы тоже попробовать. Мы были честны и непредвзяты. Я тоже подумала это слово, да? Почему? И непредвзяты фикс прайс, потому что, в принципе, мы его любим, но если что-то там будет говнистое, то мы обязательно об этом скажем. Нам фикс прайс за это не платит. Да? Все, мои хорошие, до следующего видео. Мы готовим вам еще сладюшки. Впереди будут и фикс прайс покупки, и много всего интересного готовим для вас. Мы прощаемся с вами. На Кристинку ссылка внизу.